Приозерские кадровые изменения. Экс-аким города Ирлан Утешев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Теперь кресло главы города Приозерск занял Кайрат Камзин. По поручению акима области Абельгазы Кусаинова, заместитель главы региона Ануар Ахмеджанов провел собрание актива Приозерска, на котором сообщили о кадровых изменениях. В связи с переходом на другую работу Утешев Ирлан освобожден от должности акима города Приозерск. Теперь данный пост будет занимать Камзин Кайрат. Ранее он работал заместителем начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области. В соответствии с порядком назначения, установленным указом президента Республики Казахстан, акимом области на сегодняшней сессии Приозерского городского маслихата на должность акима города была предложена кандидатура Камзина Кайрата Амангельдиевича. Камзин Кайрат Амангельдиевич, 1976 года рождения, имеет два высших образования. В 1998 году окончил Карагандинский государственный технический университет. В 2009 году Карагандинский университет Булашак. По квалификации инженер-механик, бакалавр финансов. Трудовую деятельность начал в 1999 году автослесарем ТОО «Азия-Центр ИК». С 2001 по 2005 годы работал на различных должностях в сфере коммунального хозяйства. С февраля 2005 года на государственной службе. Был ведущим специалистом территориального управления комитета по техническому регулированию и метрологии. Главным специалистом отдела организационной и кадровой работы аппарата акима района имени Казбекби города Караганды. Главным специалистом отдела государственной монополии и анализа. Затем начальником отдела технического регулирования управления агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.